Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас специально для вас нахожусь в Турции. Регион, который мы инспектируем, это Дедим. Это первая поездка после коронавируса. Отель, который будем смотреть, Ramada Resort. Вот он находится у меня за спиной. Он еще туристов не принимает, но нам его покажут. Ресепшн. Четыре водные горки, две белые горки. Алакарт ресторан тоже находится на пляже. Два алакарт ресторана у нас тоже есть. Как я вам говорил, ресепшн. Отель еще не работает, все закрыто. Стартует он в ближайшие пару недель. А это стандарт? Это комната для инвалидов. 14-15 номер стандарт для инвалидов. У нас покрытие ламинат. Ванная комната. Видите, здесь специальное крепление для того, чтобы инвалиды могли принимать душ. Это очень интересно, что здесь есть комната для инвалидов, потому что действительно востребованы бывают такие номера, а их нету не во всех отелях, они есть. Кондиционер здесь индивидуальный, чайный уголок, LCD-телевизор, большой номер, здесь будет удобно коляски проезжать. Балкон. Открываем. Балкон большой. На данный момент на балконе нету ничего. Сушилка есть. Мечеть открывается. И вы сами видите, то отель находится далеко от моря. Здесь надо будет пешочком прогуляться. Красивый вид. Напоминаю, что мы находимся в другом регионе. Это уже не Кушадас, а Дедим. Мы между Дедимом и Бодрумом находимся. Пожалуйста, пожалуйста. 14-16 family. Так, первая комната. Мы заходим сразу справа, закрывается дверью. Покрытие у нас ламинат. Здесь есть LCD-телевизор. Одна кровать раскладная и кресло раскладное. Шкаф, кондиционер индивидуальный. Идем дальше. Вторая комната закрывается тоже дверью. Здесь тоже покрытие ламинат. Есть чайный уголок. Одна большая кровать. Большой шкаф. LCD-телевизор. Большой балкон. Сейчас вам покажу. Опа. На балконе есть сушилка. Вид на горы, на территорию отеля, на аквапарк. Ну, кстати, аквапарк. Детский аквапарк справа и взрослые, две водные горки. Вот корпуса. Давайте еще разок с этой стороны снимем. Есть, конечно же, холодильник, но мини-бар он сейчас пустой, поэтому нет смысла вам его показывать. Ванная комната. Здесь у нас душ обычный, тропического душа нету. Большой санузел. Все чисто, аккуратно. Фен маленький. Большой набор косметики. Да. 15. Блин, в него. Да. Ну. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас инспекция в номере 1315, отель, не помню, как называется. Ramada Resort. Спасибо, спасибо, коллеги, да. Отели, просто в отеле. Просто в отеле, да. Он же все номера снимает, там 32, 20, 15. Ванная комната. Душа тропического нету, обычная душевая кабинка. Маленький фен, набор косметики. Покрытие здесь, как и в других номерах, ламинат. Есть чайный уголок, холодильник. Одна большая кровать. Напомню, что это стандарт. LCD-телевизор. Кондиционер индивидуальный.
сейф большой. Сейф такой же будет во всех номерах, как и в этом. И шкаф. Подвижной. Дополнительное одеяло. Балкон. На балконе сушилка. Здесь уже я вижу два кресла, столик. Балкон еще больше, чем предыдущих. Большой. Вид на город, на море. Все красиво. Мечеть. Готовьтесь, кто будет с этой стороны с утра слушать музыку. Из нюансов, видите, кондиционеры. Вот здесь вот 50 двигателей. Может быть шумновато из-за этого, когда они начнут работать ночью. И поехали дальше. Здесь маленький диванчик в углу у нас. Друзья, если вам понравился данный материал, подписывайтесь, там есть кнопочка, жмите ее, подписывайтесь. Для меня это очень важно, потому что так вы можете поддержать мне мой канал и помочь развивать его. Расскажите вашим друзьям, знакомым про мой канал, пускай тоже подписываются, буду вам очень признателен за это. Есть какие-то вопросы, хотите чем-то поделиться, были в этом отеле, пишите в комментариях, расскажите, пускай другие туристы, которые поедут в отель, знали, как на самом деле здесь, потому что я просто инспектирую, в этом отеле я жил, то есть мне он понравился, но в многих отелях я не живу, мы буквально 30 минут сюда попадаем, и у меня нет возможности все посмотреть и увидеть. Мы видим номера, которые нам показывают, мы видим территорию, которую нам показывают, и объективно вы только можете сами, смотря это видео, оценить, стоит вам ехать в этот отель, не стоит. Мы с вами вышли на территорию отеля. Что мы здесь с вами видим? Детский аквапарк. Маленькие горки. Взрослый аквапарк, две горки. Большой бассейн. Через бассейн, как видите, есть мостик. Бассейн реально большой, он протяженный. Сейчас не смотрите, его, конечно же, уберут, все будет чисто, аккуратно. Видно, что новая плитка красивая в бассейне. Корпуса. Настольный теннис. Пинг-понг. Вечерняя шоу-программа проходит вот здесь вот. Видите, сцена. Я не стояла рядом. Смотрите, какой прикольный мост. Переходите по мостику, спускаетесь и все. Друзья, хочу поделиться. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска. Вы можете воспользоваться ей самостоятельно. pay.vikingby. Заходите, подбираете тур, который вам нравится, оплачиваете его самостоятельно. Все делайте самостоятельно. Приезжать никуда не надо. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень актуально. Пользуйтесь им, пожалуйста. А мы с вами приехали на пляж отеля Ramada Resort. У них ходит шаттл каждые 20 минут. Ехать примерно от 3 там, до 5 минут. По дороге будет, каждую пятницу проходит рынок. Там можно выйти, например, и сходить на рынок, купить или вещи, или фрукты. Я покажу вам пляж. Судя вот по ощущениям, этот курорт больше для людей, которые, возможно, хотят побыть больше наедине. Потому что здесь мало какой-то инфраструктуры. Он находится, этот курорт, уединенно. И даже отель, который вы видели, он находится в начале горы, на отшибе, сам по себе. Также здесь очень много вилл, сюда приезжают турки отдыхать. Они снимают виллы на месяц, на два и отдыхают здесь семьями. Бар. Пляж. Здесь проходит променад. Велодорожка, я вижу. Пляж красивый, широкий. Песок. На входе здесь такой крепкий песочек. Песок. Идем дальше. Я вижу, что здесь есть порт справа. Также есть пирс бетонный. И вот здесь уже начинается пляж. И идет он туда вот еще дальше налево. Как вы понимаете, пляж общественный здесь. Вход, мелкая галечка чуть-чуть, и дальше песок.
По глубине видите сами, мужчина на расстоянии 20-30 метров, ему по колено. Для детей здесь будет комфортно. Ну или вот как у мужчины для собак. Отеля. Это их тоже территория. Здесь у них бар, а-ля-карт ресторан, тент под навесом. Вот такой вот охранник, пугающий меня. И вот он аквапарк. 1, 2, 3, 4. 4 горки и маленькая... Бассейн взрослый, детский, мне подсказывают. Маленькая горка здесь. Ну, все, в принципе, видите сами. Сказали, что песок на пляж будут привозить, поэтому здесь песка пока что еще нету красивого, тот, который все любят. Ну вот он. Он говорит, что мы можем пойти в ресторан посмотреть и выйти сверху. Там у нас автобус и ждет. Заодно я вам еще поснимаю отсюда сверху. No. Основная терраса, здесь зонтики. Угу. Окей. По пляжу уточнил, там будут свои шезлонги, это их пляж, поэтому там без проблем вы можете лежать. Изначально сказал, что это общественный пляж, скорее всего, да, там есть кусочки общественного, но у них есть своя территория, которая только их отеля. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее. Приглашайте ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.